Привет, ребят. Как дела? Во что-нибудь из новинок играли? Я играю в Майнкрафт. О, клевая тема, бро. Что насчет тебя, Питти? Мне нравится Dota 2. Она весьма хороша. О, серьезно? Да, ты играешь в команде пятерых против команды из пятерых и защищаешь свой трон от вражеской команды. О, как я понял, это что-то вроде... Ты выбираешь героя из списка доступных чемпионов. У каждого из них свои уникальные способности, ограниченное количество времени для заработка золота. Заработок можно ускорить посредством добивания врагов. Твой герой улучшается путем увеличения уровня, предел которого 25. Я смотрю, тебе нравится Dota 2. Всего на карте три дороги между вражескими базами, на пути которых стоят оборонительные базы. С каждой базы выходят отряды воинов, которых нельзя контролировать. Очень сложно понять стратегию и тактику крайне импульсивных игроков. Существует очень много сложных чемпионов и предметов, которые дают различные активные и пассивные способности. Так за присутствие механика курьеров, отправляющихся на базу и обратно на поле битвы. Битва может начаться в любом месте, местоположение врагов крайне важно. А внимание абсолютно всех игроков должно быть набрызгано настолько же, как адское пламя сатаны! О, ну ладненько, ясно. То есть это что-то типа... ну... Лиги легенд? Я играю в Майнкрафт.